Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Могольский император Шах Джахан, Мукхал Сарай, Уттар-Прадеш, 1660-1670 годы, бумага 25/16. Перед зрителем один из портретов императора из династии великих моголов, Шах Джахана. Судя по лицу героя, данная миниатюра относится к последним годам жизни правителя, когда его сместил с трона сын Аурангзеб и посадил под домашний арест в форт в Агре. Шах Джахан изображен в богатом костюме со всеми атрибутами, приличествующими императору. Вокруг его головы нимб, указывающий на божественный характер власти. Правитель облачен в длинный розовый лиловый джам, длинное одеяние наподобие рубахи, поверх которого надет короткий расшитый кафтан с меховым воротником. Его головной убор богато украшен драгоценными камнями. В правой руке портретируемый держит маленький цветок, левый опирается на меч. Шах Джахан прославился как покровитель искусства и заказчик одного из самых известных архитектурных сооружений мира – мавзолея Тадж-Махал, построенного для его любимой жены Мумтаз, умершей в 1631 году, через три года после восшествия мужа на престол. Прах властителя был захоронен возле могилы супруги. Но вот такое описание работы «Могольский император Шах Джахан, Мукхал Сарай, Уттар-Прадеш, около 1670 года, бумага, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.